Наступление января для многих людей – это новогодние праздники, предстоящие первые трудовые будни в наступившем году и много новых возможностей. Однако для студентов это время стресса и главное время, потому что январь – это время зимней сессии. Совсем недавно мы говорили о том, как сложно после праздников выйти на работу, а уже сегодня узнаем, как студенты Казани готовятся к экзаменационному периоду. Конечно, после новогодних праздников тяжело, потому что надо переключиться, начать все учить. Все сдать на 5, надеюсь, без доп. Сессий, и все будет хорошо. На самом деле было очень сложно, потому что я на заочном обучении, и очень сложно заново переключиться на учебу, забыть вообще про то, что до этого ты целыми днями был дома, работал, и снова нужно ходить на пары. Ну, конечно, сложно. Это вот с Нового года, с праздников переключиться на работу, но я вот начала уже готовиться, поэтому думаю, все будет хорошо. Нет, не сложно, потому что мы проходили все это время практику, и мы работали все это время.